она просто дыхание останавливается. Когда, ты же знаешь, вот как бывает, знаешь, там раз пропустил удар, два, а бывает в грудь дадут один раз, что на выдохе замерзаешь. Вот у меня с ней так же. Да. На тех танцах она стоит, я когда ее вижу, ауф, такая. Что, идем? Поехали. Поехали. Ну что, let's go, guys, девочка, девочка моя, хорошо, потанцуй ты со мной, осчастлив меня, покажи себя, девочка, девочка моя. На входе оставляем пистолеты и ножи. Сегодня мы на позитиве, тут не дрожит. Встречай радушно, богатеньких, веселый транжир. Все пущу на ветер, что за неделю я нажил. Я люблю потанцевать, танец это мой конек. Я танцую, справа лег, оп, слева лег, слева встал. Помоги ему прилечь в лёг. Потанцевали так чутка и на танцполе никого. Сладкая, как мед, вокруг тебя так много пчел. Но папа участковый твой меня поставил на учет. Но папа участковый твой одного не учел, что на учет плевал я. Ведь груди печет. И типа типа VIP, папа у тебя шериф. Красиво жить не запретишь. Такой вот лакшери. А я фавори у басоты и уличной шпаны. Я же вижу, что ты хочешь со мною пошалить. От твоего вида у меня в глазах рябит. Твои габариты во мне пробудили аппетит. Мне твое тело говорит, оно горит, оно мне говорит. Танцуй со мной, бандит. Девочка, девочка моя, хорошо потанцуй ты со мной, осчастлив меня, покажи себя. Девочка, девочка моя, хорошо потанцуй ты со мной, осчастлив меня. Девочка моя зая, голубоглазая, хоть и не вылазая из Адидаса, давай выплясывай, я на тебя гляжу, я тебя вывожу, ты моя коляса. Мне нравятся твои выкрутасы, твои капризы. Мне нравится, когда ты рядом. Люблю, когда ты сверху. Люблю, когда ты снизу. Люблю, когда ты меня облизываешь взглядом. Ты моя сказка, моя златовласка, самая-самая-самая заебательская. На мне не маска, на тебе не каска. Потанцуй со мной, я сказал ласково. Капелька пикапа, ты моя лапа. Слушаю внимательно, вдыхаю твой запах. И лед тронется, этот вечер тебе запомнится, скромница. Девочка, девочка моя, хорошо потанцуй ты со мной, осчастлив меня, покажи себя. Девочка, девочка моя, хорошо потанцуй ты со мной, осчастлив меня. Когда мы заходим в клуб, рэперы держат подруг. Шучу после пары плюх. Мой братуха, любитель таких вечерух. Укротитель волк пишет стихи про любовь. Я не из тех парней, кто был пьян. У кого спрятан в рюкзаке портвейн или в приоре кальян. Не ищу легких путей и грязных затей. Так пригнал чисто за своей. Нахожу ее в толпе, в темноте. Все свожу, как диджей. Выцепляю на бар, беру ей коктейль. Моя девочка стоящая, а для тех, кто хотел что-то от нее, еще имеется двоечка. Вырено. Девочка, девочка моя. А, 30 градусов? У нас что? У нас 15. 15 у нас. Меня. Извините, конечно, но я от вас не увидела ни одного вопроса, на который бы я не ответила. Там не клумба, быть не грубым, мне не трудно. Дядя Толик, дай мне грубо. Дядя Толик, дай мне джаза. Дядя Толик, дай мне темпа. Пожалуйста, почувствуй важность этого момента. Я накачал специально для тебя свою бицуху и ремешочком подвязал для тебя присак. Разве ты не видишь то, что мы близки по духу? Разве ты не видишь тот пожар, что в моих глазах? Да
я не только тебе отвечаю, но я просто не увидела ни одного вопроса. Все только здоровались и отправляли смайлики. Но главное, что успели меня обложить матом. Муж, тебя как зовут? Папа. Нет. Погода прекрасная. Ай. На самом деле нет, я не выспалась. Да, я себя плохо чувствовала. Вот. Но этот... Что об этом? По поводу лисьих глазок, да, начиталась, что по поводу ни в коем случае 1001 комментария, а что случилось с самолетом с каким, господи. Я не в курсе, что случилось. Только с боку мне эта песня ассоциируется. Да ладно. Самолет упал, 168 человек погибло. Где? В Украине. Алло. Салам тебе. Кошмар, что происходит. Самолет упал в Иране, или, короче, кто что пишет, и в Украине упал, летел с Ирана. Типа сбили самолет, говорят, сбили его в Иране, погибли 180 человек, с Тегерана произошло. С Тегерана летел. Украинские граждане. Господи, что с этим миром творится? Леса горят, животные гибнут. Люди погибают. Мама сегодня прилетает, слава богу. Ну, наверное, если бы я была довольна, я бы купу не сделала. Логично. Типа, что губы раньше свои не нравились. Да. В Баку всегда дождливо? Нет, не всегда. Макдональдс и бургер 169 рублей. Как раз твой вариант комбо. Парки, да, теплые. Ну, я мерзлячка, честно. Мне во всем холодно. Нет, я работаю. Мамочка вечером прилетает. Даже ночью. Холоп очень понравился. Очень. Хороший такой, прикольный фильм. Кто хочет Макдональдс? Никак. Успехов. Он больше не дает садиться.
Нет, у нас дождя. Плов. Как дела? Сау олдем, Аяз. Лазым ды. У нас все хорошо, спасибо большое. Ты как? Привет, Леночка. Аяз, оху, Аяз. Değersiz ömrüme değer veren gün, ışıksız evime ışık saçan gün, kederli günüme sevinç katan gün, ruhum ayrılır candan, sevgilimi isterim.
yaşanan sevgi bizi danıştırsın. Seni hayat her gün bana kavuştursun. Ay, bu yaşanan sevgi bizi danıştırsın. Seni hayat her gün bana kavuştursun. Eski Neymon aynı geceler eş kocamıza gel. Bana beni gör her seher an sevgi bağımıza gel. Вытри шоколадные зай, да мне пишут. А если я не ела шоколад? Меньше знаю, крепче сплю. Во-во. Ты долго здесь будешь вообще? Ты хочешь меня подождать? Вообще нет. Подождешь, а я за рулем на работу доеду. Можно? Можно? Нет. Можно? Нет. Пожалуйста. Можно? Думаю. Бог прости. Не знали, что парня в армию забрали. Первым напишу все непременно. Ты проси, мама, что я был такой упрямый. Я служить должен. Гадости пишет. Вот, да чем вы такие нехорошие, а? Реально. Вот вы сидите на диване, вы просто диванные террористы. Ни один из вас, абсолютно ни один из вас человек, вот который вот это пишет, не может прийти и вот так вот встать с глазу на глаз и это сказать. Вот, посмотрите в зеркало, вот вы себя уважаете после этого? Вот кто вы после этого? Те люди, которые вот пишут то, что они не могут это в лицо сказать. Вот кто? Вы сами назовите себя. Кем вы являетесь потом? Можешь забыть. Вообще не грозно. Не умеет он ругаться. А я не ругался? А я могу. Похуй больно, Анастасия. Ты чего? В общем. Что ты сделал только что? Я сказала.
Ну, правда, он не умеет ругаться. Не грозно звучит даже, когда он говорит. Вот. Ну, поэтому у него есть я. Ответить всем. Не надо никому отвечать, просто. Рука болит. Почему? Больно щипаешь. Ладно, ребят, все. Всем отличного дня, шикарного настроения. Ой, настанет один день, когда Емелька удалит свой инстаграм, ляжет спать, и я выйду в прямой эфир. Вайме, что будет с вами, когда прежняя Кристиночка откроет свой поганый ротик. Что с тобой, Кристина? Ничего. Что сегодня? Ничего. В общем, всем шикарного дня. За этой половиной не видишь хуйни.